Пища является одной из основ жизни людей как источник энергии для жизнедеятельности организма. Полноценная пища содержит все незаменимые элементы пищи. Это такие элементы, которые пища должна включать для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование организма человека. Ученые провели анализ, что здоровое питание человека полезно для экосистемы всей планеты. Звучит заманчиво. С вами Мало, давайте разбираться. Проведя исследование, ученые взвесили воздействие потребления различных продуктов питания как на здоровье, так и на окружающую среду. Для этого они разделили продукты питания 15 хорошо изученных пищевых групп, например, овощи, фрукты, бобовые, зерновые, несколько видов мяса, рыба. Для каждой из групп провели проверку по 5 видам вредных воздействий на здоровье человека и экологическую обстановку. Для человека это были диабет второго типа, инсульт, ишемичная болезнь сердца, колоректальный рак и общая смертность. А для планеты это выброс парниковых газов, объем используемых земель, трата воды и загрязнение. Все определенно полезные виды еды приносили меньше вредом воздействия на природу, чем менее полезные. Единственное исключение полезнее для нас – это рыба. Однако ее добыча наносит меньше вреда, чем производство красного и обработанного мяса, которое влечет наибольший ущерб окружающей среде среди всех проверенных групп продуктов. Вредные продукты окружают нас каждый день, питаясь разными продуктами, не задумываемся о ее происхождении. К примеру, возьмем йогурт. Бактерии, которые так полезны для организма, в нем в 100 раз меньше нормы. Почему? Потому что в них добавляют пищевые добавки, стабилизаторы, которые в йогурт добавляют для придания им вязкости. Пищевые добавки есть во всех продовольственных продуктах питания. Так как все эти пищевые добавки вредны, нам стоит быть бдительным в нашем рационе питания. Важно, что мы все думали о воздействии на здоровье продуктов питания, которые мы едим. Теперь мы знаем, что, сделав наше питание приоритетом, мы также получим дивиденды для нашей земли. И здоровы, не болейте, и правильно принимайте пищу.